Четвертый год в Сочи выбирают лучшее село, лучший совет ТОС, лучший дом, управляющую компанию, домкома, дворника и даже подъезд. Всего 12 номинаций. В этом году определили еще и лучшее домовладение, приведенное к единому архитектурному облику в период подготовки к зимним играм. Отборочный этап конкурса в районах уже завершился. Он, в общем-то, был инициирован главой города для того, чтобы стимулировать наших жителей к наведению порядка и благоустройству своих территорий. Чтобы подъезды у нас были как дома, квартиры, чтобы дома у нас выглядели всегда очень красиво и ухоженно. Ну, то есть это делается для людей, чтобы люди всегда понимали, что это наше, наш дом, наш город, наша улица. Награждение победителей городского конкурса состоится в День города 21 ноября на торжественном собрании в Зимнем театре.